Уже сейчас тонкая литосферная кора под Западной Сибирью начинает подмываться магмой и истончаться. Научно зафиксировано, что с 1995 года в ядре Земли начинают происходить стремительные изменения, что заметно по резкому ускорению Северного магнитного полюса. А в 1998 году ядро внезапно смещается по направлению к Таймыру. Это аномальное движение ядра ускоряет вращение планеты и вызывает целую серию изменений в ее недрах. Подъем магмы, истончение литосферной плиты снизу, нагрев подземных вод в регионах с тонкой земной корой, к которому и относится Западная Сибирь. И сегодня деформация планеты, вызванная смещением ядра, продолжает стремительно нарастать.